Вы смотрите программу о главном и не только. Заведующий редакцией книжного издательства «Эльбрус», талантливый поэт Мухтар Табаксоев начал писать давно. И пишет на разные-разные темы. С одной стороны, можно подумать, что много берет на себя. Но, знакомясь с его творчеством, вчитываясь в его стихи, думается, он имеет на это полное право. Я думаю, сегодняшняя встреча с Мухтаром Табаксоевым вас не разочарует.